А народу? Да. Друзья мои, я нахожусь на самом популярном пляже Евпатории. Называется он Геракл по имени того мужчины, около которого все фотографируются. Это скульптура спящего Геракла. Дело в том, что это уникальная скульптура. Их всего лишь нашли три. Ну, то есть нашли всего лишь три скульптуры, где Геракл отдыхает. На других скульптурах он подвиги совершает. Так вот, и эти три скульптуры все были найдены в окрестностях Евпатории. То есть даже сам Геракл знал, где надо отдыхать. Ну что, могу сказать об этом пляже. Это пляж бесплатный, очень просторный, в отличие от других пляжей, где зона бесплатная очень маленькая, зато огромные пространства занимают крытые зоны, теневые, полностью занятые платными лежаками. Кстати, насчет платных лежаков. Стоят они 200 рублей в сутки, с 8 до 18 часов вы можете ими пользоваться, потом у вас их отбирают и складывают штабелями до следующего раза. На пляже Геракл есть душевые. Сейчас проверим, работают ли они. Душевые не работают. На пляже Геракл зато есть шланг для мытья ног. Экономьте воду, ноги мыть здесь. Кстати, работает, мы сейчас проверим. О, шланг работает. А пляж песчаный, очень мелкий, пологий вход, что очень удобно для родителей с детьми. И есть специальная, даже небольшая выделенная зона для детей, где, ну, что-то типа лягушатника. Есть один пирс длинный, с которого раньше прыгали в основном, ну, дети и взрослые, но сейчас это запретили делать. В прошлом году там погибла 7-летняя девочка, и, в общем, с пирса запретили прыгать, и совершенно правильно сделали. На пляже можно заняться физкультурой. На пляже можно поскакать на батутке. 150 рублей за 20 минут. На пляже можно сделать массаж. Сейчас узнаем, сколько это стоит. Не узнаем. Есть вешалка, есть массажная палата, но нету массажиста с массажным столом. А в этом году очень много людей. В прошлом году все-таки было посвободнее, а сейчас вот эти бесплатные места полностью забиты. Да, честно говоря, и платные тоже, потому что 200 рублей, в общем, не такая существенная сумма. Поэтому места маловато. И еще один минус – очень много водорослей, которые прибывают к берегу, поэтому купаться, честно говоря, не очень приятно. Пляж относится к разряду таких веселых, тусовочных, потому что вокруг куча всяких чебуречных, пивных, кафе, ресторанов, то есть здесь жизнь кипит, по-моему, с утра до вечера. Чё, гель? Чё тут красно? Тут очень все вкусно. Красота! Все хочется съесть. Так, и что у нас тут есть? У нас тут есть рыба цаца, ставридка, барабули, кефаль, бычок, шкара, устрицы. Ребята, мидии в сливочном соусе, мидии долма, креветка, картофель, фри, наггетсы, сарафаны. Все.
Называется «Обожраться и умереть». Давай, вот смотри, ставрит 4 штуки. Дайте, пожалуйста. А вот эти здесь. Это мидии в следующем году. Давай. Давай, ставрида. А давайте я к вам тоже присоединюсь. Давай. Да. Ставриду, барабулю, креветки, мидии. Да. И помрем молодыми. Давай еще что-нибудь. Хватит уже. Хватит. Мне кажется, хватит. Давай еще потом в следующий раз возьмем. Мало это. Они вот такие рыбки. Девчонки, ну не смешно. Это очень здорово, что в Евпатории... начинается культура уличной еды. Дело в том, что во всех европейских, азиатских, больших городах эта культура очень развита. Это целая индустрия, очень интересная, очень богатая на разного рода блюда. Они интересно упаковываются, интересно на что-то нанизываются. То есть это совершенно не относится к разряду какой-то низкой плебейской кухни. Это просто несколько иная кухня. И вот сейчас в Евпатории тоже, я не говорю про чебуреки, пирожки, там, я не знаю, это всегда было, а вот именно особая еда, вкусная, изысканная. Вот сейчас эта история в Евпатории появилась, и мы сейчас попробуем эту еду и оценим, насколько она изысканная и насколько она мировым стандартам соответствует. А еще одна фишечка Евпатории, вот видите, на ухе у собаки такая бирочка. Это значит, это бездомная собака, ее простерилизовали и повесили такую бирочку. Это очень похвально, что собак не прячут в приютах, не убивают, а просто стерилизуют, чтобы они не продолжали род и жили своей прекрасной курортной жизнью. Кстати, здесь очень хорошо к собакам относятся. И собаки к отдыхающим тоже. В общем, какая барабулька без белого вина, поэтому мы с Дашей решили купить разливного вина. Вот, смотрите, виноград называется. Это тоже рядом с пляжем Геракл. Он сухой, белый. Золотое руно, савиньон, мускат. А сухое белое? 4 вида. Савиньон, шардоне, рислинг. Ага. Рислинг, наверное. А попробовать можно? Конечно. Вот я бы попробовала шардоне и рислинг. Это что? Я прямо в эфире. Так, это я сейчас пробую что? Рислинг, да? Рислинг? А ты сейчас попробуешь шардоне, да? Вот есть своя прелесть в бочковом или бочковое вино, оно пахнет бочкой. Попробуй шардоне. Ну, это риски. Но он кисловатый, это надо любить. Мне кажется, вот это кисловато. Я бы вообще взяла было сухое. А мускат можно еще попробовать? Слушай, наверное, это мускат. Мускат-то сладкое, но если ты любишь сладкое. Нет, оно полусухое. Мускат полусухое? Название красивое. Нет, просто вкусно. Очень. Там купаж идет. Дай попробую. Это мускат? Мускат еще давайте. Оно более терпкое такое. Мускат. Ну да. Кстати, в Евпатории расплачиваться приложением во всем Крыму расплачиваться приложением, которое в телефоне, можно только карта МИР. А, вот владельцы айфонов, плачьте. В Крыму нельзя расплачиваться приложениями карт Виза и Мастеркард. Да, только МИР. Вы еще не заказывали? Нет. Ну, вообще без. А ты нормально взяла-то бутылку? Да? Нет, в пакетах не нельзя, вот без помповой. Это то, что на разлив, но без помповой. Ой, не-не-не, а ты разливное взяла? Сухое? А почему беспонтовое? Потому что оно, получается, в пакетах продают непонятное что по составу.
То есть только в бутылках лучше? Нормально, да? Только в бутылках покупают. А, видеоблог, да? Какой? Выходные проведи? 10 выходные. А знаете, у видеоблогера выходных нет, все нормальные отдыхают. Аутотур или секс-отур? Секса. Ну, конечно, секс-тур. Евпатория – самый лучший тур для секса. А я, кстати, слышала, что в Крыму сейчас устрицы разводят, да? Да. Я вон здесь вот чуть дальше, на берегу. Да, Евпатория, что ли? Не Евпатория, на самом деле. В районе Судака, Севастополя. Такие специальные фермы, которые ограждены, и там, получается, выращивают, ну, на таких столбах определенных. Это всплывает, как бы, с последними всеми событиями стали разводить. Раньше здесь кому никто устриц вообще не слышал, что такое. Сейчас я вам расскажу, что у нас здесь есть. У нас здесь есть черноморская креветка, барабулька в мидия сливочном соусе, рыба цаца, это просто называется анчоус так. Опять мидии, опять креветки, опять барабулька, слюни у меня уже потекли страшно. Так что, ребята, завидуйте, как мы живем. Барабулька. Естся она прям целиком, так же, как готовится. Или вообще? Неплохо, но барабулька должна быть с корочкой, она должна хрустеть. Угу. А эта барабулька не хрустит. Так. Конечно. Так, вот это маленькая-маленькая рыбка называется анчоусом, цацом. Да, вот она хрустит, как семечко. Вкусно? Очень вкусно. Ну, мидии в сливочном соусе, в общем, я не знаю, там как их можно испортить. Ну, один раз. Не, они нормальные, они не резиновые. Не, очень, очень неплохо, но, кстати, в Болгарии делают вкуснее. А вот это, вот эта маленькая фигня, черноморская креветка, вот я, может быть, она и вкусная, но пока ее разделаешь, все пройдет. Вот она так разделается, снимается с нее голова. Ой, да. Вот видите, я же не умею этим пользоваться. Она вот эта еда, она такая... В общем... Так мало, что непонятно, вкусно или нет. Вы едите на камеру? Не знаю. В общем, ребят, цаца number one. Очень рекомендую. Вот чем хорош отдых, ну не только в Евпатории, вообще на море. Вот так вышел с пляжа. Купил жареные рыбки, купил разливного винца, сел где-нибудь на пляже. И ты понимаешь, вот оно счастье, ребята, это счастье. Потому что счастье – это минуты, секунды, а не вся жизнь. Ловите эти минуты, секунды. Так, а теперь вопрос на засыпку. Видите за мной трамвайную линию? Сколько там путей? Один путь. А теперь вопрос. Каким образом трамваи разъезжаются? Ответ я дам в конце фильма. А пока подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки или дизлайки. Ну, в общем, как-то проявляйте активность. Ну, как только попадаешь на санаторную часть Евпатории, сразу начинается зона заборов, закрытых ворот.
В общем, все красиво, но попасть ты никуда не сможешь, потому что все закрыто. Но это и нормально, потому что это санаторий. То есть это место не для прогулок, не для релаксации, тусовок. Это территория для лечения, отдыха, купания. Рассказывал, что вообще Саня с женой прошли от начала до конца их подобные, изучили пляжи. Скажи, вот что понравилось, какие пляжи понравились? Какие... На самом деле большинство все закрыто. На самом деле большинство все закрыто. Ну, то есть самые вкусные, как говорится, лакомые кусочки, они все закрыты под санаториями, под охраной или где не пройти. Или вообще забором большим ограждены. Мы начали с ней не с той стороны, а с противоположной, вот где в сторону центрального пляжа. Да. Вот, там сначала огорожено. О, кстати, самолеты летят. Близость Севастополя, скажем. Близость границы, скажем. Да. Вот, и на самом деле, говорю, вот именно данный пляж, на котором мы сейчас находимся, вот, он самый более или менее чистенький. Сюда я с радостью приходил хоть каждый день, потому что, говорю, ни грязи, ничего нету, все чистенько, все убрано, вода почище. А в центральном пляже, там из-за того, что и народу много, вот, и нифига не убирают, как говорится, вот, поэтому там не очень. Ну, что я могу сказать про пляж «Солнышко»? Вообще он так себе симпатичный. Я даже считаю, что он лучше, чем городской пляж «Геркулес». Он, правда, поменьше, но у него есть свои преимущества. Во-первых, он чистый. Он реально чистый. Тут нет водорослей, тут такая бирюзовая водичка. Единственный минус, что дно, на дне много камней, и как-то надо аккуратнее вставать, когда вы плывете, надо аккуратно вставать на дно, потому что можно повредиться камнем, острым концом его. А еще какой плюс, этот пляж находится между двумя пляжами санаторными, а санаторные пляжи всегда очень хорошо чистятся, и поэтому пляж, я имею в виду песок, очень чистый. В общем, здесь за дополнительную плату есть все услуги, которые необходимы, туалеты, души, мойка для ног, даже камера хранения, где я, кстати, оставила свою технику, пока плавала и загорала. На пляже можно помыться под душем за 30 рублей, либо просто помыть ноги на 10 рублей дешевле, за 20 рублей. Можно переодеться бесплатно. А еще хотела сказать, что пляж «Солнышко» соседствует с пляжем отеля «Романов», и на этом отеле «Романова» сдаются беседки. А за 1500 можешь снять беседку прямо на сутки и остаться там ночевать. Например, в этой беседке можно встретить рассвет или провести ночь с любимым или с любимой. Поэтому 1500, мне кажется, это дешевле, чем номер в отеле. Так что вот вам альтернатива романтическому отдыху. Не знаю, первый раз. Вообще первый раз на море. Угу. Впечатление? А Евпатории? Ну, как сказать, вагон, маленькая тележка и еще чуть-чуть сверху насыпали. Не, на самом деле, очень круто. Море ни с чем не сравнится. Евпатории в самой... Ну, честно, видно, что после советского времени, как говорится, как Украине передали, ничего никто не делал. Это видно. Чуть отойдешь, места, где которые не для туристов, назовем. Вот, и видно. Ну, ничего, я думаю, лет 7-10 и... Это станет самым главным туристическим этим направлением в России. Нет, а собираются что... же в Западном Крыпе такой аналог Алании или Анталии сделать турецкой. То есть такой прям курорт-курорт со всеми сервисами. Ну, это правильно. А что, возможность есть, море, насколько я знаю, оно самое лучшее, наверное, во всем мире. Потому что оно йодированное, соль, неприхотливое, оно ласковое. Я когда... проплавал, мне так не хотелось выходить. По этим пляжам можно понять, кому он принадлежит, если это отельный пляж.
то там тебе и бар, там тебе и беседки, там тебе и лежаки, и замечательная терраса. Если это пляж детского санатория, детского лагеря, там тебе ничего этого нет. И это прекрасно видно на примере здешних пляжей, потому что пляж Романов соседствует с пляжем какой-то детской здравницы. Это, видимо, детский лагерь, потому что там были только дети. Пройти на этот пляж нельзя, потому что он санаторный, правда, пройти можно, но туда, собственно, никто не рвется, потому что там лежаки, не знаю какого года, 1959 года, честно говоря, они деревянные, тяжеленные и очень неудобные. То есть вот такой раритет сохранился, и больше на пляже... есть только терраса, деревянные лежаки, и больше на пляже нет ничего. Ну, собственно, в детстве больше не надо. В детстве и так дети счастливые, без всяких там душей, беседок у моря и прочие взрослые приблуды. По дороге на Майнакское озеро обнаружила очень прикольный детский парк. Он так и называется – Майнакский детский парк. Ну, видно, что он новый, он с такими интересными лавочками, качелями, очень прикольные лазалки. Есть такая отдельная детская площадка с веревочными лазалками. Дети ее любят, судя по количеству желающих на ней прокатиться. Да, шатается мой этот... Здесь же есть скейт-парк для любителей экстрима, и здесь же прикольный веревочный парк, тоже для любителей экстрима. Так что, если вы приехали в Евпаторию с детьми, особенно такими неугомонными, экстремальными, неусидчивыми, то для того, чтобы они всю свою энергию выплеснули и оставили вас в покое, очень рекомендую сводить их в Майнакский детский парк. Сейчас мы будем наблюдать, как разъезжаются евпаторийские трамваи. Вот этот карман, видите, вот он карман, на который заходит один трамвай, а второй проезжает. И потом они едут опять по своим направлениям. Смотрите, он въезжает, едет навстречу и въезжает в запасной карман. А другой уезжает в обратную сторону. Вот так они разъезжаются.